Новая вспышка холеры на Гаити. Из-за наплыва больных клиники вынуждены открывать дополнительные отделения. В ООН подтвердили уже 18 случаев смерти от холеры. Еще около 200 пациентов сейчас получают лечение. В стационарах не хватает врачей и медикаментов. Помогают волонтеры. Напомню, беднейшая страна Латинской Америки пережила эпидемию холеры 12 лет назад. Тогда жертвами инфекции стали около 7 тысяч человек. Как отметили в ООН, план гуманитарного реагирования для Гаити может сорваться. В этом году собрали только пятую часть от нужной суммы.